Я ждал вчера весь день для того, чтобы пойти спокойно в магазин, думая, что не будет дождя. Дождя не было все утро. И как только я вышел, посмотрите, что началось. Это я только вышел из подъезда. Я был в доме, дождя не было. Это я только вышел из подъезда, сразу пошел. Вот один шаг, дождя нету. Шаг сделал, сразу пошел дождь. Что за прикол? Я на первом на балконе, он там фотографируется, а я закрыл дверь. Сейчас будет мне звонить. Всем привет! Последнее видео я выставлял 2 недели назад. Если вдруг кто соскучился за мной, ёкарный бабай, с этим велосипедом, то я извиняюсь. У меня не было что-то желания ничего записывать, снимать эти видео. Так, короче, я сначала достану велосипед, потом все это сниму. Не было желания все это что-либо вообще снимать, что-либо делать из такого вот. Поэтому если кто скучал за мной, как за моими видео, точнее, как Лера мне сегодня сказала, Юля, то я извиняюсь. Постараюсь сделать хотя бы 1 видео в неделю. Раньше делал по 1 видео в день, но это занимает слишком много времени. Я выбрался сегодня на природу, потому что на улице светит солнышко, вода очень хорошая, и можно было спокойно посидеть в тепле последние деньки, потому что я не знаю, как будет потом, но на следующую неделю обещают дожди. Сегодня я и так никогда не выбираюсь из дома, постоянно сижу в своей комнате,
занимаюсь и не выхожу. Если выхожу, то только именно куда-то вот прям целенаправленно, скажем так. Но вот чисто просто прогуляться одному мне скучно и как-то не особо. Лучше уж дома посидеть. Тем более, что я сделал одну вещь, которую не собирался делать ранее. Я купил себе гитару. Самую дешевую гитару, которую можно было купить. Не самую дешевую. Еще дешевле была другая. Но она была классическая. Мне хотелось чего-нибудь другого. Потому что классические гитары у меня уже были. Хотелось перейти уже на новый уровень, потому что классические гитары, как для меня, они не такие звонкие. У меня какая-то мошка в рот залетела, я ее походу съел. Они такие громкие, не такие звонкие, но на них легче играть, потому что гриф шире, пальцы есть куда поставить. Это нейлон, он мягкий, на него пальцы можно спокойно ставить без... опаски на то, что ты себе порвешь все, что только можно. Поэтому я решил, что хардкор, надо менять что-то в жизни. Я купил себе акустическую гитару. Она была на 10 евро дороже. Ну, я взял. Это было такое быстрое решение. Причина в том, что мне дал Николас свою укулеле. У него укулеле была с собой, он привез, и если ему там скучно, то он брынькает себе. Он мне дал на неделю укулеле. Я им на нем играл и вспомнил, как хорошо играть на гитаре, как приятно это делать. Вот. И такой, а почему бы и нет? Я пошел по магазинам в обеденный перерыв однажды. Прошел 4 магазина в разных уголках города. И в итоге остановился на той, которую я увидел в самом первом магазинчике. Я вернулся, купил ее, купил чехол отдельно, еще за 15 евро. Вот. Можно было бы взять, конечно, что-то наподобие, типа, какой LX. Я такое видел, такое и есть. Но... я не хочу как бы эту гитару потом забирать с собой, это лишний багаж, это лишние проблемы с перевозкой, поэтому я думаю, что я продам ее перед тем, как вернуться обратно в Украину. А в таком случае легче продать более новую вещь, чем уже потрепанную. Поэтому я взял не за 50, 60, 70 евро гитару уже юзанную, а взял новую за 100. Вот. Плюс я разговорился с этим мужиком там в магазине. Разговорился, насколько смог поговорить с ним. Он там мне сказал, что он бывал в Украине, там из-за этой войны, теперь он не мог туда заехать, до ковида, я имею в виду, и тому подобное. Потом, короче, такой... стой, у меня для тебя... я сначала спросил, а сколько медиаторы стоят? Хотел взять один медиатор. Я никогда им не раньше не пользовался. Помню, покупал за 15 гривен одну штуку зачем-то. Но никогда ими не играл, потому что не умею просто. Вот, и... потому что просто не умею. И в этот раз... я говорю, сколько стоит? Он такой, 4 штуки можешь бесплатно взять. Я такой, в смысле бесплатно? Типа вместе с гитарой, она все равно дешево стоит. Я такой, спасибо большое, взял 4 штуки этих медиаторов. Он такой, а потом мы вот поговорили. И он такой, стой, у меня для тебя есть подарок. Я говорю, какой? Он берет, короче, куда-то заходит, там в какую-то коморку выходит, оттуда дает мне пачку медиаторов, еще 4 штуки. Или сколько там, я не помню. Еще 3 медиатора бесплатных
фудкортовских классных. И этот. И упаковку запасных струн для гитары. Короче, классно. Я не ожидал, что он такой будет добренький. Короче, подарил мне это все. А у меня в кармане был Twix. Пачка. Не Twix, KitKat. KitKat. Короче, я такой... А у меня для вас тоже есть подарок. Короче, ему. А это вам. И такой ему KitKat. KitKat 1 евро стоит. Просто ты себе один медиатор, считай, за него купил. Вот. Ну, потом... Короче, теперь у меня есть гитара, теперь у меня есть медиатор, теперь у меня есть запасные струны даже. То есть очень круто. И один из медиаторов, у меня их слишком много, я ими все равно на самом деле не пользуюсь. Я не знаю, когда я смогу ими пользоваться, когда я смогу ими играть. Потому что для этого нужен опыт. И для этого нужно пространство. А когда они увидела мою гитару, которую я принес... Я сразу поехал домой после этого, чтобы положить гитару, чтобы ее не возить потом по городу, в универ не таскать, там потом. И я приехал домой, показываю они эту гитару, она такая: «Ого!» Я говорю: «Не-не-не, я буду тихонько, не волнуйтесь». Вот, и короче, поэтому медиатор, он создает еще больше звука, и я не могу именно по этой причине им пользоваться. Поэтому я сегодня выехал вот в парк, сел возле речки и решил поиграть на гитаре, пробовать, как это будет на медиаторе, с помощью, точнее, медиатора. Слишком много людей, я думал найти место, в котором меня никто не будет видеть. Наверное, надо было проехаться дальше, вот как я сейчас вот еду. Тогда бы, да, я нашел бы какое-то место, где никто бы меня не нашел бы. Но что-то мне было лень далеко ехать. Поэтому я... Где остановился, там и остановился. Там было слишком много людей. И когда слишком много людей, я просто на все стесняюсь что-либо делать. И у нас уже осень. Красивая. А? Желтые листья. Везде уже. А у нас под домом красное. Ну, там дальше зеленое, конечно, все. Ну, в принципе... На самом деле много чего произошло. Я, как сказал, записывал все это в тетрадку, чтобы не забыть потом рассказать, но тетрадку я не взял с собой, поэтому не помню на самом деле, о чем я могу рассказать. Расскажу о самых последних каких-то новостях, таких как, например, я наконец-то получил свой перевод этого свидетельства о рождении. Мне пришлось дважды съездить в Бушман, город, который находится, ну не город, а типа ПГТ, который находится в 30. Короче, по вот этой же самой дороге, по которой я иду, я по ней уже ходил. Вот я к нему ездил в первую самую мою поездку на велосипеде. И мне пришлось дважды туда съездить в разный период времени. Потому что первый раз я просто не понимал, что от меня хочет. Мерси. Просто не понимал, что от меня хочет эта женщина. И мне пришлось поехать к ней для того, чтобы с ней поговорить. Было очень трудно на самом деле это все сделать, потому что она очень старая, она не видит ничего. Мне приходилось печатать за нее на клавиатуре, потому что она не видит букв, она не видит курсора, она ничего не видит. Она не понимала, она прицепилась к моим фамилии, к моему имени. И там к городам. Николаев так не пишется. Да пишется так Николаев. Он так написано у меня в паспорте. Значит, оно должно так писаться. Причем здесь твой французский? Ой, не хочу об этом опять начинать. Она меня тогда вывела просто. И я просидел с ней, наверное, 2.5 часа. Это как раз было мамин день рождения. 8 октября. Вот. Потом я к ней поехал еще раз. Потому что первый раз я не взял деньги. Я ей просто не заплатил. Она сказала, что потом заплатишь. Потом я, может быть, где-то буду в Анжее, приеду. Или еще чего, потом заплатишь. Я говорю: хорошо.
И в итоге через день примерно она мне присылает письмо с тем, что она нашла ошибку. Там какая-то, ну, такая мелочь, какая-то такая ошибка была вообще. Она нашла эту ошибку, переделала, поэтому надо, чтобы предложила мне, возьмите, отправьте мне деньги по почте. А я вам по почте отправлю ваш перевод. Я говорю, мне легче будет и дешевле к вам приехать опять в Бушман, потратить тех полчаса туда и полчаса обратно, чтобы вы мне это все... Мы обменялись этими всеми вещами, да и все. И в итоге это был тот же день, когда я купил гитару. Я поехал, купил гитару, привез ее домой, поехал в универ. И сразу после универа я поехал в Бушман. И представляете, что из-за того, что я утром собирался, такой думаю, так, вот мне нужно будет 20 евро заплатить за перевод. Я взял кошелек, точно помню это. Взял кошелек, поехал в универ, я не собирался покупать гитару. Потом я поехал, купил ее, вернулся домой. И с мыслью, что нужно обязательно положить кошелек в карман, потому что мне нужно будет заплатить. Я его оставил на полочке. Я приехал в Бушман, достаю кошелек, а кошелька нету. Это просто какой-то трындец был. В итоге я пришел к ней домой, мы опять сидели полтора часа у нее, потому что она попросила помощи. Говорит, да не надо мне платить уже, вы лучше приходите ко мне, помогайте мне иногда, мне очень, я старая женщина, мне нужна помощь. Я ей намеками объясняю, что у меня тупо не будет на это времени, к вам очень тяжело ехать, а к ней реально тяжело ехать, потому что это дорога вверх. И пока я к ней оба раза ехал, я был просто мокрющий в конце дороги. А будет зима, а потом будет ЭЗА, и я буду вообще, может быть, в другом городе. Да ну его нафиг, короче. Поэтому я отказался от этого безумно привлекательного предложения и отказался. В итоге мне нужно было заплатить. Я без денег, я думаю, блин, сейчас я заберу. Я не хочу с ней больше встречаться. Говорю, давайте я вам перешлю просто по интернету перешлю деньги. Она говорит, ну давай, типа. Я переслал, в итоге деньги, я не знаю, до сих пор, наверное, не перешли к ней. Они должны перейти к ней, не должны они перейти к ней. Я этого даже не могу понять, потому что у меня, по крайней мере, на счете никаких изменений нету. То есть я даже не понимаю, произошел обмен, не произошел. Тут все так странно, все это делается. У нас это за 3 секунды происходит, если ты кому-то пересылаешь деньги. Здесь это очень много времени занимает. Плюс ко всему я спросил об этом у Ани. Она говорит, никогда этого не делай, потому что это очень дорого. Я говорю, в смысле дорого? Она говорит, там еще процент будет где-то 5, от 3 до 5 евро, короче, сверху. Трындец, я откуда мог об этом знать? Почему мне эта тетка не могла об этом сказать? Ну, короче, я даже не могу понять, перешли эти деньги или не перешли, потому что никаких вообще, никакой информации, никаких снятий со счета. И, например, как это происходит, я, например, смотрел свой остаток на счете, была одна сумма, пришел вечером, сумма уменьшилась на 4 евро, к примеру. И я понимаю, что я сегодня, кроме тех 20 евро, которые я переслал ей, я больше ничего не тратил. Но снятие произошло именно в этот день. И выходит, что то, что я потратил позавчера, только сегодня снимается со счета. Например, то, что я там в супермаркете купил. Такое все странное, нет? Чтобы хотя бы, чтобы она писала, да, пускай она снялась сегодня со счета, но дата, когда ты именно это делал, писалась бы или что-то вроде этого, я не знаю. Так по-дебильному все это как-то здесь. Короче, легче просто снимать деньги, передавать вручную.
Но я об этом не знал, теперь знаю. Всегда учишься на чужих ошибках, правильно? Вот. А вчера было день рождения у... Сегодня день рождения у Николаса. Но праздновали мы его вчера, как бы. И... потому что сегодня воскресенье. И... все супермаркеты, все пабы закрыты. Поэтому... они хотели пойти в паб. Я никуда не хотел идти вчера, поэтому я просто взял гитару, приехал к нему, к Оскару домой. Там девочки сделали ему торт, приготовили. Вот. И мы просто его встретили, заманили его под предлогом, типа, иди сюда, там, тыры-пыры. Он не знал, что мы там собрались. В итоге немножечко сюрприз, конечно, испортили, но это такое. И мы с ним, мы его поздравили, сыграли ему Happy Birthday to You. Не знаю, я, по-моему, там облажался на гитаре, но все равно гитары не слышно было. Было больше слышно именно слова песни. Да и хрен с ним. Я эту песню выучил за 30 минут до выхода, поэтому не особо хорошо умел ее играть. Вот. И... я ему... У меня, так как у меня 7 медиаторов, я просто забыл об этом сказать, хотел сказать и забыл. Так как у меня 7 этих медиаторов, то я один... самый маленький подарил ему, потому что мне особо самый маленький не нужен, сильно гибкий, а у меня металлические струны. Это, а для укулеле оно отлично, поэтому я ему подарил. Говорю, это так чисто символически на день рождения. Да, пока ехал, вспомнил еще об одном важном событии. Короче, однажды, на прошлой неделе, мы узнали одну вещь от девочки, что... какой-то парень из Африки приехал, он тоже, по-моему, в ИЗА, и у него обнаружили коронавирус уже здесь. При этом он успел позаниматься со всеми остальными, то есть люди с ним контактировали. Я с ним и Николас, объясню потом, почему я о нем тоже сказал, мы с ним не контактировали, но мы контактировали с людьми, которые контактировали с ним. Вот. И, ну, и всякое может быть. Может быть, он просто к нам подходил один раз, я его всего лишь видел за все время. Он к нам подошел к столу, с нами познакомился и все. Но он был далеко. Ну, хрен, всякое может быть. Короче, здесь это бесплатно. Провериться. Сделать анализ. Поэтому мы с Николасом, вот почему я о нем сказал, мы сидели и такие решили, блин, что-то мы плохо себя чувствуем, а вот что-то мы горячие. Ну, короче, накрутили себя, как обычно это бывает. Мы такие пошли и сделаем анализ, потому что вот Ушка, например, она сделала уже анализ, пошла за день до этого. Вот, и... Ушка к нам подходит, говорит, типа, ребята, как оказалось, анализ не, ну, типа, бесплатный, но... Господи. Но нельзя после того, как ты его сделал, и пока не получишь ответ, что вот анализ отрицательный, нельзя приходить, типа, в универ. Ну, или вообще куда-то на работу и так далее. Вот. И... мы, соответственно, решили, а давай-ка мы сделаем, но никому об этом говорить не будем, для того, чтобы не было потом никаких проблем. Отсидим, получим анализы, если уже
спросят потом, то вот покажем, все, у нас все отрицательное, все хорошо. Если уже положительное, то извините, положительное. Вот. Мы, короче, пошли после... после этого. Это как раз было за день до Бушмана, второй раз, когда я поехал. За день до покупки гитары. Мы пошли, получается, после универа в этот центр. Сделали анализ. И там было две африканские девочки, которые тоже решили сделать этот самый анализ, потому что они контактировали с этим парнем. И я не понимаю, зачем. На следующий день они взяли... пришли в универ и рассказали своему преподавателю: вот мы сделали анализ. Преподаватель типа такой: а зачем? Они, наверное, как-то ответили и говорят: а вот, а и преподаватель, наверное, им сказал, что вот нельзя находиться здесь, идите домой. И девочки такие: а Николас с Андреем тоже делали. И, короче, к нам пришла директриса во время занятия, говорит: а можно ребят, пожалуйста, вы, ну, позвать? Мы, естественно, вышли. Но мы не знали то, что эти девочки сказали, мы не знали вообще ничего об этом. И она нам говорит: вы сделали анализ? А мы так, знаешь, не задумываясь: нет. Вот. Потом она объяснила, что это девочки сказали, вот, тыры-пыры, так, так-то, так-то, и там, вот, что это не связано с ИЗО, что это не ИЗА просила сделать, что это, короче, отвертелись. Пришли обратно в класс, сели. И в полном молчании сидим, размышляем об этом и поняли, что придется, наверное, сказать правду, потому что если это, если у нас даже будет негативный результат, то она может вернуться, спросить у девочек, девочки скажут: да нет, они там были, и будет это по кругу. А если положительный результат будет, еще будет хуже. Мы придем, скажем: да вот мы на самом деле делали, типа вот у нас положительный результат, и мы сидели все это время в классе. Поэтому мы подумали: не, наверное, надо сказать. Единственное, что чуть-чуть переделали наш ответ, что мы просто не поняли изначально. Мы думали, что она спросила, какой у вас результат. Вот, и мы ответили: нет, не, нет, конечно, все нормально, все нормально. На самом деле она задала вопрос, типа, по поводу другого, делали ли мы вообще. Мы объяснили, что мы без причины делали, просто... потому что Николас раньше никогда не делал, а я пошел с ним за компанию. Вот. В принципе, это правда. Вот. И через день мы получили ответ негативный, все нормально. Но сразу после этого она нам сказала, что: ребята, типа, пока не будет ответа, гуляйте. Это было 2 часа дня. И мы такие: что делать? А, еще чего я не хотел уходить, потому что каждый вторник, а это было во вторник как раз, каждый вторник Стефан, наш преподаватель, самый первый, который был, он устраивает музыкальные вечера. То бишь... он приносит гитару, он умеет играть, скорее всего, на гитаре. И те, кто хочет, собирается, поют вместе с ним песни на французском, естественно. Кто хочет играть, тот играет вместе с ним. Вот, это еще одна причина, почему я купил эту малышку. Вот, я хотел, может быть, он мне даст какие-то там аккорды к песне или там разбор. Я, может быть, вместе с ним потом как-нибудь сыграю. Вот, и поэтому я не хотел уходить, потому что я хотел все-таки посетить этот, его выступление, скажем так. И поэтому я не хотел идти домой сразу после этого всего, потому что, ну, вдруг, например, придет ответ, ответ уже должен был прийти к 3 часам дня, потому что мы сделали в 3 часа дня, то есть за 24 часа должно прийти этот ответ. И поэтому я говорю: давай тогда где-то погуляем, придет ответ, сразу вернемся, ну, на занятия, досидим уже там занятия, да и все. Он говорит: слушай, я тут знаю недалеко замок. Эту историю просто уже 3-й раз рассказываю, рассказываю чисто тем, кто не слышал. Родителям Лере рассказывал, брату рассказывал, короче, всем рассказывал.
поедем. И они тоже рассказывал, когда вернулся. Короче, он говорит, тут замок есть недалеко. 30 минут ехать на велосипеде. Поехали, посмотрим. Потом вернемся. Я говорю, ну поехали. Короче, ехали мы туда 2 часа к замку. Обратно мы ехали еще 1.5 часа. И там 1.5 часа провели. В общем, все вместе это заняло у нас 4 часа, где-то сколько. Короче, в 2 часа мы выехали. И в 7.30 я вернулся домой. 5.5 часов, да? Полчаса туда, полчаса обратно. Прикол в том, что был, что дорога на самом деле занимает 1.5 часа всего лишь на велосипеде. Но если ехать так, как мы ехали, а мы ехали под дождем, и нам приходилось через каждые 10 минут останавливаться, искать деревья и стоять, ждать под дождем, я видео снял, вставлю, то да, конечно, это заняло много времени. Вот. Но зато я съел самое вкусное яблоко, которое я ел вообще в жизни. Это было самое сочное, самое вкусное яблоко. Наверное, из-за того, что много дождей, оно налилось водой и соком, и оно было вообще самое-самое-самое обалденное яблоко, которое я украл. Просто там куча яблонь было. Я ехал, говорю, блин, как я хочу это яблоко, как я хочу это яблоко. И мы завернули на один поворот. Он говорит, вот здесь, вот сюда надо ехать. Вот я уверен, надо сюда ехать. Мы заехали в этот поворот. Он какой-то странный, эта дорога была очень странная. Но зато там яблони были. Там были люди где-то вдалеке. Но Николас такой, типа, давай, иди беги. Я быстро сорвал 2 яблочка, и мы потом их съели. Но прикол в том, что через 2 минуты после дальше, как мы начали ехать, на меня напала собака. Издалека на меня начала бежать собака. Я быстро вскочил с велосипеда, потому что я знаю, что ехать уже нельзя на велосипеде, когда на тебя собака бежит. Я быстро вскочил с велосипеда, обошел велосипед, получается, чтобы собака на меня не напала. А Николас в это время уже успел умотнуть, пока я отвлекал внимание собаки. Вот. И она велосипед обходит, а я в другую сторону велосипеда похожу. И так вот мы по кругу хоровод водим. В итоге псина оказалась дружелюбная очень, но очень энергичная. И вокруг, так как дождь шел постоянно, вокруг было болото, и я не очень хотел, чтобы он на меня запрыгнул и лапами меня испачкал. Поэтому я стоял и не мог ни двинуться ни вправо, ни влево, потому что каждый раз, когда я начинал двигаться, то пес подходил ко мне еще ближе, и пытался меня или облизать, или что. Но я ему руку вот так вот давал, он ее просто так носиком как бы это дергал. Ну, дружелюбный пес. Просто я чувствовал, что он на меня, как собаки-дедушки, запрыгнет на меня и начнет меня вот это вот грязью лапать. Поэтому я стою и не двигаюсь. И не знаю, что делать, ни вправо, ни влево. Я кричу Николасу, помоги мне. А он начал делать такой звук, типа... Пес повернул к нему голову, застыл. И вот так вот он, наверное, я постоял так минуту, наверное, точно я простоял, посмотрел, он вообще не двигается. Взял велосипед и потихоньку начал двигаться в сторону Николаса. Пес даже не сдвинулся с места. Он настолько был сосредоточен на том, что Николас там где-то делает. Все, он пропал. Короче, мы поехали дальше. Как оказалось, в итоге эта дорога была вообще не та дорога. Мы просто сделали круг. Потом вернулись обратно на автостраду, поехали по другой дороге. Эта дорога тоже была неверная, потому что когда мы подъехали... Не, ну там можно было выехать к этому замку, но там стояла вывеска вот такая вот, типа «Осторожно, ловушки», капканы, рисуночек есть такой. И поэтому туда проехать тупо нереально было. Николас такой, да поехали. Я говорю, ты дурак, говорю, я хочу еще домой вернуться. Я либо без ноги вернусь, либо без колеса. Я не хочу туда ехать. И мы выехали опять на автостраду, поехали еще дальше на верную дорогу, уже на реально правильную дорогу, на которую можно было сразу поехать и сэкономить еще час времени, наверное. И мы поехали туда, и там тоже была перекрыта дорога и надпись, что это под электрическим напряжением, а замок уже впереди был.
И в итоге мы объехали его, думая, что там не будет забора, и хотя бы сдалека сфотографируем. Мы объезжаем, а там забор в два человеческих роста. Ладно, полтора. И все, и ничего больше. Но там были ворота. Мы позвонили, попросили зайти. Мы вот с Анже на велосипедах. Мужик такой, типа, нет, нельзя, до свидания. Все, ну мы стоим. Такие думаем, что делать, что можно сделать. Мне там Лера позвонила, поэтому мы стояли, ждали. Ну, я разговаривал с Лерой. Вот, пока мы разговаривали, пришел этот мужик. Толстый такой, старый, на костылях, два костыля на руках. Вот, пришел, короче, такой, что-то с нами. Мы еще раз его попросили, а он, говорим, Николас говорит, сделать фотографию. Приехали вот с Анже на велосипедах, просто чтобы сделать фотографию. А он такой, ну так зайдите в интернет, там куча фотографий. Спасибо. Я говорю, ну как бы хотелось бы фотографию просто на фоне, наша фотография на фоне этого замка. Он такой, нет, типа, там подобное. Вот, ну мы развернулись, поехали, там орехи были грецкие, а мы остановились, еще пару орехов поели, потому что у Николаса в Колумбии такого нету, я-то привык к грецким орехам, да и все украинцы, русские, кто там, у нас их много, этих грецких орехов, деревьев, а в Колумбии их нету. Он не знал, что это такое, ну, точнее, видел их, но никогда не ел, скорее всего. Вот, и этот, я его научил, как раскалывать эти орехи, если давить руками просто два ореха. Вот, ну, из-за дождей они все погнили практически. Вот, и мы вернулись обратно, убитые вообще, потому что дорога не просто ровная, как я ехал в Самюр, она ровная была, очень быстро по ней можно было ехать, и я, в принципе, огромное расстояние всего лишь за 3 часа преодолел. За 3, за 2, за сколько я забыл. Я уже забыл. Вот. А эта дорога была вот такая. Вот, вот ты постоянно поднимаешься, опускаешься, поднимаешься, опускаешься. Это очень долго было, очень томительно. И мой велосипед тяжелый. Его велосипед не тяжелый, но он очень маленький, и на нем тоже очень неудобно ездить. В итоге это было очень-очень-очень изматывающая поездка. Мы вернулись домой, я как раз успел к ужину, еле-еле. Рассказал они. Об этой поездке. Она ржала до слез. Просто до слез смеялась от того, какая у нас веселая поездка была. Под дождем, собака. Только ради яблока, потому что замок был закрыт, оказался. И вообще, я показал этот замок, она говорит, это вообще просто какой-то частный замок, это типа недостояние исторической Франции. Это просто какой-то частный замок. Ничего в нем такого суперинтересного нету и тому подобное. Короче, ржала до слез. Ну, проехались нормально. В итоге по дороге домой он получил все-таки письмо о том, что у него негативный результат. Это было, наверное, уже практически 7 часов вечера. Вот. А я получил письмо аж в 10 часов вечера, когда уже под одеялом был. Отправил в итоге, мы отправили эти письма к этой Эмили Помьер, к которой мы подходили. Она сказала, типа, все хорошо, можете приходить, вот. Но выступление Стефана я пропустил, и надеюсь, что вот послезавтра, во вторник, я на него попаду все-таки и попрошу его, вот, скажу, вот у меня есть гитара, тоже хочу с вами поиграть. Посмотрите, как он едет. У него уже не видно, но когда дорога мокрая, вся грязь, которую его колеса поднимают, находится у него на жопе. На капюшоне, на рюкзаке, я сейчас ближе подъеду. Полностью все грязное. Жопа мокрая. Итак, это первое видео, которое я снимаю спустя неделю после того, как выложил последний ролик в интернет. Тот большой, который как фильм длится 1:20. В общем, это первое видео, которое я снимаю, потому что у меня не было ни желания, ни времени снимать ролики. Я записывал всю информацию, которую я могу сказать в тетрадку по темам, как обычно, просто для того, чтобы потом все это рассказывать. Собирался я, честно, уже очень долго это сделать, но никак не было ни желания, ничего вообще.
короче, не 30 минут это заняло, это уже полтора часа мы едем просто в никуда. Один раз мы завернули на поворот один, и там, слава богу, там не оказалось этого поворота, мы просто сделали крюк и выехали обратно на главную дорогу, но зато мы своровали два яблока. Это были самые сочные яблоки, которые я ел в жизни вообще. Но это было классно. Но это была не та дорога, и на меня даже собака напала. Но собака, слава богу, оказалась дружелюбная. Единственное, что она никак не хотела от меня отходить. Я ему такой: гарсон, 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 пожалуйста. Хороший мальчик, хороший мальчик. А он возле меня встал и смотрит на меня. И такой, я ему даю руку, он дает гладиться. Но никак не отходит. И я такой: Николас, помоги мне! И Николас начал делать, типа, он был далеко. И эта собака на него обратила внимание, сидела, смотрела на него. Я такой понял, что он отвлекся. И спокойненько, тихонечко взял велосипед и поехал. Потому что надо было как-то спасаться. Надеюсь, мы доедем куда-нибудь. Да, Николас? Да. Посмотрите, какая красота. Я не понимаю, что это и откуда оно взялось. Идет дождь. Осень на улице. Мы в какой-то жопе. Честно говоря. Но тут какой-то сказочный рай. Смотрите, какой красавец там стоит. А? Кору жует. Ждем, пока дождь пройдет. Короче, спустя хрен знает сколько времени, потому что мы ждали очень долго, пока закончится дождь сраный, который начался, и мы просто прятались под деревьями. Мы дошли наконец-то до этого, доехали точнее, до этого замка, а он оказался с одной стороны закрыт. Там было написано, типа, осторожно, ловушки. А с другой стороны забор. Мы его обошли, потому что мы ехали очень долго ради того, чтобы увидеть это, и просто не хотим возвращаться. Посмотрите, какая красота. Вот там далеке этот замок. Вы можете, короче, себе представить, мы столько ехали, и в конце нашего пути, когда осталась одна минута до замка, электрический кабель по всей дороге. Туда никак не зайти. Это просто какой-то трындец. Ну, вон он, замок. Вот эти цветы прекрасные. Вон Николас, который ищет, как можно зайти. И мы возвращаемся домой, скорее всего. Go home. Бриняк. Бриняк. Я ненавижу, посмотрите, что он делает, он фоткается. Окей, ты видал, ты видал, ты видал. Вот она. Красавица, в принципе, почему нет, да? Хорошая. Флаг. Тут написано Трамонтан Натюр, но нету ничего, никакого там серийного номера, ничего. Написано Made in China, то есть, скорее всего, это, скажем так, подделка под известный бренд. Но, в принципе, почему бы и нет? Играет она нормально. Я на ней концерты устраивать не собираюсь, чисто для того, чтобы научиться играть. Поэтому почему бы и нет. У меня так пальцы болят, если честно. Это просто ужас. На этой руке нет, потому что она быстро работает. Дрыга-дрыга-дрыга-дрыга-дрыга. Вот. Но здесь кончики пальцев настолько сильно болят. Слава богу, я не ими пишу ручкой, а этой рукой. Потому что эти настолько сильно болят. Я привык к нейлону, к тому, что струны мягкие, вот, и вообще я отвык играть на гитаре. А тут, мало того, что я заново начал, так еще и
металлические струны, блин, они ярче звучат, они громче звучат, типа. Но это просто ужас. Особенно, ладно, когда ты на басах зажимаешь, басы, они, это струны толстые такие, и можно спокойно зажимать. Но когда ты зажимаешь особенно последнюю струну, особенно вот когда играешь, я играю Linkin Park The Messenger, то безымянный палец постоянно находится на одной и той же струне, и он даже не меняется. Все остальные пальцы меняют свое расположение каждый раз на каждом аккорде. Безымянный палец всегда находится на третьем ладу второй струны. И не двигается ни вправо, ни влево на протяжении всей песни. И ты его постоянно должен зажимать. И каждый раз, когда ты меняешь положение, этот палец остается на том же самом месте. И каждый раз при смене положения руки, при смене аккорда, он еще больше вдавливается в струну. И в итоге, после того, как поиграешь, на нем остается такой красный след, вот, чуть ли не до крови. Я уже жду, когда мозоли какие-то натру, я не знаю, чтобы оно стало более твердым, корочкой покрылось какой-то или что-то вроде этого, потому что это очень сложно. Самая легкая песня, которую я мог бы сыграть, но проблема в том, что разный бой, и бой шестерка самый простой бой, который можно было бы играть. Три аккорда, все, больше ничего. Но когда играется не припев, а играется куплет, то бой меняется, те же самые аккорды, но бой меняется. И он теперь не такой вот. А он вот такой вот. И
я не могу, физически не могу спеть почему-то Rain keeps falling, tears keep falling, тундру 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 тундру. Я не могу даже начать, это просто, надо просто тренироваться. То же самое с сансарой у меня. Та же самая беда у меня с сансарой. Я люблю песню «Сансара», всегда хотел бы ее бы сам сыграть. Я понимаю, как это нужно делать, но так как к бою я не привык, и это не песня, а это рэп, я не могу это просто физически сыграть. Бой без проблем, то есть саму песню, тем более там те же самые три аккорда, четыре, ладно, аккорда. Вот. Те же самые аккорды, как в предыдущей песне, те же самые аккорды, просто другой бой, и я не могу сыграть это. Типа, делай вопреки, делай от руки. У меня получается какая-то веселая песня, потому что рука не хочет играть бой, который игрался до этого. Она играет совершенно другой бой. То есть, вообще другой. Если играть так, как нужно, она будет играть нормально. Не выходит у меня сыграть это. Если просто под песню, да. Тогда да, тогда получится. Так, о чем я вам еще хотел рассказать? Вот сейчас мы посмотрим. Я вам хотел рассказать. Синенька только для семьи. Я что, не рассказывал об этом? Я не рассказывал об этом. Я совершенно забыл, сколько времени уже прошло. Неужели я правда об этом не рассказывал? А, в общем. Как долго я ничего ни об чем не об... Значит, 2 недели назад, в воскресенье, мне что-то бахнуло в голову, я не знаю почему, что произошло, но я решил, что надо бы приготовить какую-нибудь украинскую еду для того, чтобы накормить моих соседей, потому что они ни разу не пробовали украинскую еду. Там, индийскую еду пробовали, я не знаю, корейскую еду пробовали, китайскую пробовали, японскую пробовали, тыры-пыры вообще, но никогда не пробовали украинскую еду. Вот, и я приготовил борщ, я это выкладывал в Инстаграм, наверное, из-за этого подумал, что я об этом говорил. Нет, я не говорил. Я приготовил борщ, приготовил эти голубцы. Голубцы на самом деле хотел приготовить чисто для себя, но потом подумал, что одного борща как-то маловато будет. На самом деле, все даже борщом наелись спокойно. Я приготовил борщ. И осталось немножко зажарки. Обожаю это. Зажарка не такая, как у мамы получается, но в принципе вкусно. Вот. Первый в моей жизни борщ. Выглядит, по крайней мере, вкусненько. И первые в моей жизни голубчики. Голубцы я один попробовал, мне не нравится. Возможно, из-за того, что я поленился сделать соус и просто залил водой и с томатной пастой. Может быть, из-за этого и оно получилось не такое классное. Плюс я слишком много капусты обмотал, надо было напополам разрезать капустный лист, сильно длинные были, большие. Тогда было бы, наверное, нормально. А так получилось, что у меня половина голубца – это одна капуста. Либо надо было больше фарша, но тогда они вообще огромные получились бы. Надо было разрезать. Вот, я закончил. Сейчас 6:30. А начал я готовить, наверное, в час. Вот. Ну, понятно, перерыв был, но просто я готовил не одновременно, а сначала голубцы, потом борщ, поэтому много времени заняло. Единственное, что здесь нету во Франции сметаны, а купить сливки я не додумался.
Вот. Йогурт это совершенно другая тема. Как-то оно вообще не подходит. Сметана, извиняюсь, 15-20%. И йогурт с 3% жирности. Это вообще разные вещи. Совершенно. Оно не подойдет. Не знаю, можно, конечно, но это совершенно другой вкус. Вот. Потом уже я пошел в магазин, я купил сливки и доедал борщ уже вместе со сливками, которые я купил заранее, но уже сам. Вот. А, ну, всем понравилось, что я единственное, что пампушки с чесноком не сделал, чтобы так, чтоб наверняка. Ну, в принципе, я целый день, целое воскресенье на это потратил практически. Но вышло так, что капуста, во-первых, здесь дорогая, как оказалось. И вышло так, что я сделал, ну, очень много голубцов. И половину я даже не приготовил. Я их просто, ну, свернул, все это сделал. Я их кинул, заморозил просто в морозильнике. И вот, когда у меня уже вся еда закончилась, я вот на этой, в начале недели просто кинул их в... Сделал зажарку. Кинул их, положил в кастрюльку, залил зажаркой, которую я сделал предварительно, просто на час оставил, они сварились спокойненько, да и все. То есть у меня это заняло на самом деле 15 минут времени, просто чтобы сделать зажарку, и все. Уже как давно начался новый учебный сезон, вот. Он совершенно по-другому выглядит, чем предыдущие сезоны учебные, которые у нас были. То есть намного больше людей учится, приехало очень много китайцев. Очень много китайцев, практически 80% народа, который учится сейчас в СИДЭФе, это китайцы. Либо корейцы, либо кто там еще, Тайвань, я не знаю. Потому что они все азиаты на одно лицо, как по мне. Я имею в виду национальности разные на одно лицо. То есть я особо не могу отличить китайца от вьетнамца. Для меня это практически одно и то же. Еще по парням можно попробовать, но по девушкам... не, они все одинаковые на самом деле. Плюс-минус. Корейцы еще, я хотел сказать. Корейцы. Вьетнамцев можно отличить. Корейцев от китайцев не особо я могу. Кто там BTS слушает, те могут отличить, я не особо. Подарили нам кружку. Я ее где-то уже оставил. Она, наверное, в мойке лежит. Подарили нам кружку от Сидефа. Типа термосочек маленький, небо-то сейчас принесу. Пошел на кухню и заодно морковку съел. Бывает. Вот такую кружку нам подарили. СИДЭФ. То, где мы учимся сейчас. Вот. Я в ней один раз кофе уже пил. Удобно то, что я на велик на корзинку повесил. Я навесил. Но когда я подпрыгнул, то кофе вылилось. Не все, чуть-чуть капельки, но все равно. Неприятненько. Вот. Ну, чаёчек заварился. Пальцы болят отвратительно просто вообще. Сегодня мы ужинаем с Ани. Я не знаю, что он там будет готовить, но что мне готовить не надо. Я счастлив. Короче, да, вот такую вот кружку подарили. Еще нам подарили вот такую вот штуку. Это каталог, как это называется, акций, скажем так, да? Называется ПАК «Добро пожаловать для студентов 2020-2021». Разные предложения, эксклюзивные предложения и хорошие планы для исследования вашего города. Экономия больше, чем 200 евро. Вот.
вашего города, это имеется в виду Анже. То есть распространяется только на Анже. Плюс еще в том, что недавно у нас была также встреча с Эзлой. Там всякие вопросы задавали, кому что интересно было по поводу там жилья и тому подобное. И нам подогнали такую же самую вторую штуку. В итоге у меня их две. Некоторые предложения, они имеют время, за которое ты должен это потратить. Вот, например, до 7 октября 2020 года существовало предложение какой-то лёже, какой-то праздник, короче, который можно было посетить. Вот, уникальная дата, вот, написано красным. Остальных там уникальных дат нету. Оно распределено на три разные группы. Желтым это значит предложение для исследования города именно в плане культуры, скажем так. То есть всякие посещения всяких праздников. Вот анжерский стрит-арт, который уже прошел. Анже в 3D. Вот, которая будет еще в ноябре, 19 ноября. Вот, 10 декабря музей Пинси. Не знаю, что это такое. Вот, бесплатный вход. Музей искусств. Тоже бесплатный вход. И так далее и тому подобное. Это аж в феврале 21 года будет. Это желтым. Дальше идет вот такой вот цвет. Синий. Это различные мероприятия в том плане, что посетить, к примеру, ледовый каток, хоккей, вот, посетить баскетбол, спортивные, боулинг. Можно потратить деньги на VIP в какой-то игровой клуб. Вот. И зеленым самая большая группа. Вот это вот то, ну, то есть половина это зеленого. Это различные покупки. Либо посещение каких-то вот мест наподобие вот Starbucks. Причем на Starbucks там, например, две штуки. То есть можно два раза, например, посетить. И не бесплатно, соответственно, вот при покупке одного напитка, второй бесплатно. Я так понимаю, такой же самый. Вот. В заведении Holly's Dinner можно поесть при поедании еды от 15 евро минус 5 евро, то есть от суммы. То есть поел на 15, заплатил 10, скажем так. И часто так вот. Монопри – это большой супермаркет в центре города. То есть тут есть три бумажки где-то. Сейчас не найду. Вот. Три одинаковых купона. Купоны. Я вспомнил слово купоны. Три одинаковых купона. Можно посетить этот монопри. И при покупке от 20 евро 10 евро скидка. То есть скупился на 20 евро, заплатил 10. Это очень, по-моему, классно. А вот, скупился на 30 евро, 5 евро скидка. Странно, да? Как-то. Ой, 10%. Скупился на 30 евро, 5%. В процентах, я извиняюсь. Ну, все равно неплохо. То есть 2 евро скидка от 20 евро. Тоже какая-то экономия. То есть, если там, например, надолго идешь скупляться, то есть можно. И у меня таких теперь 2. Ну и у каждого из нас. То есть, но опять же, это ограниченное предложение. Есть какие-то определенные даты, в которые нужно пойти, в которых оно будет работать. А есть до какого-то периода это будет работать. Например, скидка на монопри, она не будет вечная. Она закончится, например, до вот где этот самый монопри. Так, шоколад, всякий Starbucks. Ну, например, Starbucks. Starbucks закончится 31 декабря 2020 года. То есть нужно до 31 декабря сходить и купить все-таки это кофе и получить второй кофе в подарок.
Вот, поэтому надо быть внимательным и не пропустить всякие разные предложения. И еще нам... тоже, что и за, что Сидев нам подогнали сумочки. Вот такие. То есть многоразового пользования такие авоськи. И вот от Сидефа тоже авоська такая. Ой, от Сидефа, от Изы. У меня еще от АТБ тут висит. Вот. Что еще? Подогнали всякие какие-то непонятные штуки и вот... Это фейл просто из фейлов. Я не могу. Короче. Бейджик. Да, потом покажу. И вот такую вот ручку классную я заячу подогнал. Потому что у меня ручки уже начали заканчиваться. Вот это неплохо. И как раз могу выделить уже то, что я о чем я рассказал. А, черная. Ну, тоже неплохо. Новый учебный сезон. Кружка. А с бейджиком что теперь делать, не знаю. Пусть лежит там. Вот такой вот бейджик я люблю из-за. Да. Ах, как пальцы болят. Да. Вот. По поводу... Когда мы, у нас был долгий перерыв, вот этот вот целая неделя, мы просто ничего не делали практически. Я видео никакие не снимал. Вот, поэтому. И потом уже привык и не снимал дальше. У нас был экзамен опять. Причем они провтыкали, они должны были нам сделать другой экзамен. В итоге тот экзамен, который они сделали, там со звуком что-то было не так. И в итоге нам сделали тот же самый экзамен, который был до этого. И мы его написали так, что наша группа разбилась вообще на разные подгруппы, потому что очень много людей в этот раз, то есть, опять же, я говорил, китайцы эти всякие, азиаты, я хотел сказать, да, и все по разным группам поразбегались. Мы с Николасом попали в одну группу, Нитин в другую группу, чуть ниже, Ушка еще ниже. Осталась на том же уровне, на котором она была, в принципе. Ну, те девчонки, которые были там выше нас, они так и остались выше нас. Это, конечно, так распределить. То есть мы с Нитином, в принципе, попрощались. Но в итоге мы опять встретились вместе, потому что он такой, типа, ладно, не хочу я быть в той группе. Те ребята, которые со мной, типа, они там много чего не понимают, я не хочу оставаться на том же уровне, я хочу расти дальше, и он пришел к нашу группу. Но он купил учебник для того уровня, пописал в нем, пришел в нашу группу и не может его поменять, потому что он там одну страничку расписал ручкой. Это, конечно, вот насчет учебников, это вообще просто огромнейший фейл, потому что у меня этих учебников уже просто завались. Ну, это правда, это просто ужас. Я использую вот такую папку, потому что учебники очень дорогие, и я не хочу их оставлять себе. Смысл, если я могу их продать. Да, вот этот космополит, который у меня был в самом начале, самый мой первый уровень, я его уже не продам, потому что он выглядит как кусок дерьма. Тут он в какой-то еде, наверное. У него обложка помялась, вот так вот видно отношение в рюкзаке. В тетрадке я, соответственно, писал вот там всякие буквы мною написанные. Вот, и понятное дело, космополит я уже не продам. 30 евро. Сезон 2. Второй уровень. Второй месяц. Это был первый месяц, это второй месяц. Его я тоже не продам, потому что я его тоже уже испачкал. Не сильно, но книжку, по крайней мере. Но в тетрадке я занимался. Эта тетрадка мне нравится, в отличие от того первого. Она мне нравится.
она как-то так сделана, интересно. И я в ней очень много писал, через много страниц даже писал, не только в самом начале, вот у меня все расписано, а много. Еще 30 евро. Следующий месяц, третий месяц. Еще одна книжка. Книжка, которую я купил самой последней. Грамматика. Ее я, скорее всего, уже не продам, потому что это грамматика все-таки. И я не знаю, я в ней еще, по-моему, не писал ни разу. Но я не знаю, стоит ли начинать. А, я в ней карандашком писал. Короче, я и с ней тоже буду очень аккуратно себя вести, потому что она стоит 21 евро. 21 евро. В других магазинах, может быть, ее можно и дешевле найти. Мы смотрели, по крайней мере, но мы купили ее за 21 евро. Везде есть вот эти ненужные диски. У меня нету дисковода. Вообще, это, у меня вот этот диски, это бесит больше всего. Короче, вот эти последние книги, которые я купил, я их храню очень аккуратно, ношу только в этой папке. Вот. Последние книжки, которые я купил, именно уже третий уровень, это вот «Зенит». Я тоже умудрился чуть-чуть помять, но в них я не пишу вообще. Если у меня есть какие-то задания, то есть, которые связаны с этой книгой, я их переписываю в отдельную тетрадку и все пишу там, чтобы потом, чтобы оно было все в хорошем состоянии. Может быть, там я помну немножко обложечку, ничего. Вот тетрадки я тоже не написал ни слова пока еще. И не буду писать, потому что я постараюсь их продать. Как продать? Очень просто. Есть либо такая штука, как типа OLX здесь, где можно выставить это на продажу. Либо в следующий, там, через какое-то время, там, даже пускай через 3 месяца, придут новые ученики, которым нужно будет купить вот эту книгу, вот эти вот книги. И я скажу, вот у меня они есть, я продам не за 30 евро, а те 30 евро стоили. А вот эти книги 35, ну, не все, я имею в виду за обе, 35 евро. Те 30, 30, 35, это уже сколько? Это уже 3 на 3,95 евро. И вот эта книга еще 21 евро. То есть 95 плюс 21 это 106, да? Короче, дороговато это все стоит. Или 116. 116, да? Вот, поэтому я стараюсь носить только в папочке с едой, никаким образом, чтобы она не контактировала с предыдущими дни. С едой они почему контактируют? Потому что не полностью герметичная упаковка для этого. Вот, уже. Для еды, контейнер. И если я на велике еду, оно там перевернется, просто боком встанет. Соус, который там будет, например, от салата, вливается постоянно в рюкзак. Мне постоянно приходится рюкзак стирать, а все книжки, все тетрадки у меня в этом долбанном соусе. Поэтому приходится очень аккуратно с ним быть. Вот. Короче, Нитину еще меньше повезло, потому что он купил третий уровень. Одни из книжки сначала, и потом он пришел к нам в группу и купил еще раз книжки. Если бы мы еще на фонетику... А, вот, еще один немножный момент. Теперь нам нужно было выбрать те предметы, которыми мы хотим заниматься. И если бы, продолжим мысль, мы выбрали бы фонетику еще, то нам пришлось бы еще купить книжку по фонетике. Слава богу, я не хочу заниматься фонетикой, я выбрал... культуру и социальную жизнь, короче, Франции. То есть немного истории, немножечко там символы, типа флаги и тому подобное, Марсельеза, география, климат и тому подобное. Поэтому по этой теме будет даже экзамен потом. Я выбрал это, чем фонетику, которая вообще не имеет никакого, для меня полезной информации никакой не несет. Вот. Все остальные предметы, в принципе, мы оставили такие, как у нас и были. И
Еще кое-что, еще одно изменение в том, что каждую пятницу мы занимаемся с 8 утра. Раньше мы занимались каждый день с 9. Сейчас с понедельника до четверга мы занимаемся с 9:45 каждый день и заканчиваем аж в 5 вечера, потому что занятий больше стало. Каждую пятницу мы начинаем занятия с 8 утра и заканчиваем до обеда. Вот. А в четверг у нас с 9:45 мы тоже заканчиваем до обеда. Но после, как это называется, с ноября у нас ведется еще два занятия дополнительных, чисто для тех, кто будут потом в ЭЗА. Это специализированные занятия, в которых мы будем как бы заниматься расширением, скорее всего, вокабуляра, то есть специфически подобранного для агрокультуры, скажем так. И это еще 2 часа, и мы будем возвращаться домой в 7 вечера. Практически в 7 вечера будем возвращаться домой. Кстати, по поводу вокабуляра. Я же рассказывал за переводчицу. Так вот, когда я от нее уходил, она мне заставила забрать у нее одну книгу. Не видно, как там этот, потому что отражено. Французско-русский сельскохозяйственный словарь. К сожалению, только французско-русский. Русско-французского нету. Но тоже неплохо. То есть это точно такой же словарь, французско-русский, как обычные словари идут. Очень старый, пахнет вкусно. Она им сказала, забирай, потому что я им ни разу не пользовалась, и тебе он больше пригодится. Она написала дату. Ха, я только заметил. Она написала дату и подписала книжку, когда я взял этот учебник, 14 октября 2020 года, представляете? Я даже не заметил. То есть это как она мне сделала подарок, вот, чтобы я помнил, что 14 октября 2020 года я был у нее. И она еще пачку печенья, я уже съел, пачку печенья шоколадного мне дала. Я вообще в шоке. Немножечко мне улучшило настроение тогда. Короче, такой же самый словарь, но тут вот собраны чисто вот слова, которые специфические такие. Например, вот арборе, древесный, не знаю, любое какое-то вот биодюх, диодид, дводистое соединение. Биодюр де меркур, диодид ртути. Короче, климатологии, климатический. Какая-то вот эбогюэс, лущильная машина для каштанов. Лущильная машина для каштанов. Каштанолущильник. Я на русском такого слова не знал. А оно существует в этом словаре. Не знаю, пригодится мне он опять же или нет, но он у меня есть. Спасибо ей огромное. Тут еще про пианино я написал сказать, но я просто видео вставлю. Для того, чтобы протереть, но я слишком много налил спирта, и его постоянно вытираю. Короче, мы... Опа! Is it for me?
You will play in my wedding. Of course. Mama, I killed the man. Da 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 da. Кто-то еще играет. Николас очень красиво играет на пианино. На укулеле он умеет играть немножечко. На гитаре он не умеет играть. На пианино он занимался очень долго и очень красиво играл. Когда мы собрались на... После экзамена, получается, вот он нам сыграл несколько произведений. И было очень красиво, очень классно. Мне на самом деле очень сильно понравилось. Вот. Девочка новая появилась также. Она сначала была с нами в группе, но потом она перешла на курс выше, потому что она очень хорошо знает французский. Она русская. Наташа зовут. Не помню фамилию. И она здесь живет уже довольно-таки долго.
Вот, и она хорошо просто разговаривает, очень хорошо, она в какой-то туристической фирме работает. Но с письмом, с грамматикой у нее очень плохо, поэтому она решила подучиться. И вот она мне на самом деле во многих вещах помогает, если я у нее там что-то спрашиваю на всякие разные темы, то она может помочь. И когда мы только начали занятие первое, она была просто незамолкаемая. Мы не понимали, что она говорит, потому что она разговаривает очень быстро. И, например, самое первое занятие, мы просто знакомились, и преподавательница сказала: «Назовите свое имя, чем вы любите заниматься, и что-то еще третье». Все, без всяких, вот просто по вот стандартной схеме. Каждый сказал по стандартной схеме, даже те, которые еще два человека были, которые очень хорошо знали французский, но они перешли потом еще в старшую группу, но просто по случайности попали. Например, плохо там услышали, ну, всякое может быть, на экзамене как-то вот не так ответили, хотя на самом деле знают намного лучше. И даже они говорили все спокойно, но Наташа начала, ей 30 с чем-то лет, и дети здесь у нее, муж, скорее всего, вот, начала: вот я работаю там-то, а вот я вот столько, а лет меня столько, и вот я... Преподавательница не могла ее успокоить просто, потому что говорит: нет, просто скажи то-то, то-то, то-то. Она опять начала там, короче, удивительный человек на самом деле. Но во многих вещах она мне помогает, те вещи, которые именно мне очень нужны, там по поводу, например, даже то есть, работу я искал, пытался найти или еще что-то с экрана. Вот, и с вот этим вот расписанием, которое будет, то есть очень напряженное, что мы будем возвращаться домой очень поздно, я не смогу точно подрабатывать. Я не знаю, как люди, может быть, на выходных умудрялись еще подрабатывать, но я не знаю. Если найду какой-то вариант нормальный, хотя тут уже времени просто осталось немного. Хрен с ним. Короче, будем возвращаться очень поздно с работы. И сейчас, в принципе, мы тоже возвращаемся уже позже, чем всегда. Поэтому это еще одна причина, почему я не записал видео. Вот. Галочка. Новая преподша. Ну, что мне говорить про новую преподшу? Ну, строгая, ну, соответственно. Что-то я записал. 20 евро за учебники, да. Это я тоже уже рассказал. COVID в классе, тест мы сделали, да. Поездка в тур. Никакой поездки в тур не было. Ребята поехали в тур. А я настолько утром хотел спать, что я не смог просто встать. Все уехали в тур, а я остался дома. Но, как оказалось потом, Николай сказал, что это тупая трата денег, потому что ничего интересного в туре они не видели. Там какой-то собор, замок малюсенький, ничего не интересно. Поэтому я выспался, и слава богу. Покупка гитары, все рассказал. Супер, по всем пунктам я прошелся и вложился не в такое... Да, растягивал, но зато вам интересно. Это хорошо, что вам интересно. У родителей вчера было знаменательное событие. 25 лет вместе. Я думаю, это за это стоит выпить. Хоть даже и чай. Вот. Поздравляю. Если еще какие-то будут приколяськи, про которые я вспомню, я обязательно расскажу. Пока я пошел смотреть «Хоббита», первый фильм. Я решил пересмотреть все 6 фильмов моего любимого этого, чтоб он жил долго и не хворал, Питера Джексона. Я пересмотрел «Властелин колец», все 3 фильма. Я первый раз, как оказалось, пересмотрел все 3 фильма в режиссерской версии. Я так понимаю, что была обычная версия, которую показывали по телеках, Я так понимаю, что была обычная версия, которую показывали по всех телевизорам и в кинотеатрах. Режиссерская версия, которую я видел уже,
и расширенная режиссерская версия, которую я в жизни никогда не видел. Каждый фильм в расширенной режиссерской версии длится 4 часа. Кое-где 3,5, кое-где 3,45, последние 4 часа. Вот. И я пересмотрел их все вот за неделю. Потому что смотрел по 3 раза один только фильм, потому что ну, очень много времени занимает. Вот. И сейчас вот смотрю режиссерскую версию, которую я тоже ни разу не видел в режиссерской версии «Хоббита». Это я всего лишь второй раз пересматриваю этот фильм. «Властелин колец» видел много раз, а «Хоббита» я первый раз пересматриваю. И много чего я не видел раньше. Например, в режиссерской версии есть голые гномы, которые купаются в бассейне. Это... Да. Но очень интересно. Хоть и 4 часа фильм идет, но, наверное, «Властелин колец» — это один из моих... Я не говорю за «Хоббита». Я говорю чисто за «Властелина колец». Это один из моих самых любимых фильмов. Ну, скажем так, серий фильмов, да. И книг тоже. Вот как-то так. Ладно, пошел я смотреть «Хоббита» и это. Всем пока. И я забыл сказать об одной вещи. Значит, это специально для Юли. Потому что она, наверное, волнуется за это больше всех. Значит, антибиотики мне помогли по поводу моего зуба. Они мне реально помогли. Я их пил целую неделю. На протяжении 7 дней я пил каждое утро, обед и вечер во время еды. Между, перед, после, неважно. И оно мне очень помогло. И 2 недели у меня не было вообще боли. Один раз было такое в самом начале, когда я только начинал принимать их, было такое, что боль возникла просто ниоткуда. Не из-за того, что я лег неправильно там или еще по какой-то причине, а просто потому, что я сидел, закончили мы обедать, я просто сидел в кресле, и мне начало болеть зуб. И болел так, что не помогли никакие обезболивающие, ничего. Просто он ныл до безумства. И я их закончил принимать уже как неделю. И вот где-то 3 дня назад, может быть, 4, ко мне снова вернулась боль. Все было хорошо. Вообще все было хорошо. Ни разу. Вот это один раз только заболело. Все остальное время я даже не вспоминал о том, что у меня была какая-то зубная боль. И как только я закончил принимать антибиотики, вот сейчас вот, боль снова вернулась. Если я снова ложусь в какое-то неправильное положение, то все снова плохо. И если судить по последнему разу, то... Плохо настолько, что раньше так плохо не было. Не знаю, вчера, сегодня не было. Я, наверное, уже привык просто держать себя как-то в правильной позе. Но вот 2 дня назад я смотрел фильм и лег. То есть, ну, так, моя шея находилась. И мне начал болеть зуб, и мне пришлось выпить дексалгин, потому что... Я никогда этого не делал до этого. Это первый раз, когда мне пришлось прям выпить дексалгин, потому что боль была невменяемая. Точнее, она была такая же самая, как и всегда, но она не останавливалась от того, что я вернулся там в исходное положение, скажем так, тело вернул. Она продолжалась и продолжалась и продолжалась. И мне пришлось просто остановить фильм. Или я досмотрел. Ну, короче, я выпил этот... обезболивающее, дексалгин, и я лег спать в надежде, что это все прекратится. Оно прекратилось еле-еле. Дексалгин помог мне, наверное, только через час после того, как это все началось. В общем, все будет хорошо. Мне главное, вот сегодня вот уже через 1,5 часа будет 19 число. То есть мне осталось буквально подождать 20 дней. Ой, что я сказал? Буквально 12 дней, 2 недели, короче, подождать
осталось. И я надеюсь, все будет нормально. Вырвут мне этот чертов зуб, все будет хорошо. Юля, не переживай.